Ребята, всем привет! С вами Крошка Настя. Короче, прошло уже 2 недели с того момента, как я запустила конкурс на робуксы. И, как вы поняли, в этом видео уже будут результаты. Сразу говорю, что победители будут выбираться абсолютно рандомно, то есть через рандомайзер. Ну что ж, давайте я зайду на сайт и буду выбирать победителей. Да, кстати, попрошу вас под следующим конкурсом, пожалуйста, не спамите. Потому что спамерство – это нечестная победа. Если вы написали 50 комментариев, а другие люди по одному, то, конечно же, вас выберет рандомайзер. Сами понимаете, это нечестно. Поэтому спамеров я выбирать победителями не буду. Так, вот комментарий, давайте я проверю, выполнила ли она условия. Да, ну что ж, теперь буду ждать ник. Участвую. Так, давайте посмотрим. Так, у нее в описании канала я нашла ник. И посмотрите-ка, она в моей группе уже больше 2 недель, значит, я могу ей передать 100 робуксов. И смотрите-ка, зеленая кнопочка, как вы видите, в моей группе списалось 100 робуксов. Так, участвую, давайте посмотрим. Ника в описании нету, но ладно, буду надеяться, что она его не забудет написать под этим видео или же в моем телеграм-канале. Сметанка, посмотрим, посмотрим. На каналы подписано, окей. Ника пока что нету. Так, что-то оно одних и тех же людей выбирает. Надо, наверное, перегрузить ссылку. Короче, посмотрите сами, оно выбирает одни и те же комментарии, и я просто не знаю, что с этим делать. Я уже попробовала найти другой рандомайзер, но у меня не получилось. Они все какие-то странные. Короче, я не знаю, что с этим делать, видимо, придется мне самой выбирать победителей, но я тоже буду это делать рандомно. Давайте сейчас вам покажу как. Захожу, значит, в комментарии под своим видео и теперь листаю, а потом тот комментарий, на котором остановится, получается, будет победителем. Ник не указан, но буду ждать его в комментариях. Так, выбираем еще одного победителя. Участвую. Все условия выполнены, буду ждать ник. Так, теперь снова листаю. Вот еще один победитель. Пока что из-за того, что YouTube поудалял все комментарии с ником, я передала приз только одной победительнице. Вот, посмотрите-ка. Ник указала, давайте посмотрим. Все, она в моей группе есть больше, чем 2 недели, значит, я могу перекинуть ей робуксы. Все, готово. Вот этот вот канал. О, вот, посмотрите-ка, тут ник написан. Все, передаю 100 робуксов. Готово. Ну что, вот последняя победительница. Буду ждать от нее ник в комментариях или же в моем телеграм-канале. Что ж, если вы будете участвовать в моих следующих конкурсах, попрошу вас не спамить, так как вы автоматически не являетесь участником конкурса. Все-таки спам — это нечестно. Не поймите меня неправильно, но такие правила. Ну ладно, ребят, спасибо всем за участие. Не расстраивайтесь, если не выиграли, у меня будут еще конкурсы. Всем пока-пока, ждите новых видосиков.